Виталик ездил, сделал, он овес. Овес такой вот. Быкам даем. Он не солома, а прям такой целиковый. На сенаж не пошел, перестоял. Мы его в сено закатали. Как всегда, этот самые смаки канала не попадают в кадр. Сегодня утром, блядь, в 7 встал, пошел, думаю, сейчас снег отгребу, все выгребу. Ну и вот такая вот ситуация. Виталик один разбортировал у нас. Я вижу, да, блядь. Виталик, блядь. Я офигел вас. Чего? Приезжаю уже, все. Думаю, ну, блядь. Все на мне. Нет, ну я конечно, что? Я же... Конечно. Позже же. Так. Вот, короче, посмотрел. В Москве камера дешевая. Наверное, куплю камеру. 10 тысяч. Все удовольствие, камера. Да ну на. 10 тысяч рублей камера. Удовольствие, да ну это удовольствие. 10 штук. Да? Это я в Москве. Это сейчас заеду в магазин в наш, спрошу. Ну, десятка это 100%. А они за 1000 хотят, чтобы мы этот, да, гребли снег, о, очищали. Офигели, да. Уже бычок подогнал качать. Ну, сейчас камеру свезу, попробую ее залатать, потому что пропускала именно как прокол. Прожеванного я ничего не вижу, клеить ее не клеили. Сейчас попробую в шиномонтаже ее заклеить, загладки поставить и посмотреть, что за хрень. Так что как-то вот так, ладно, поеду я, наверное. Так, всем привет. Ну, сегодня этот второй день. Сейчас забрал. Вчера чистил, вон бычок стоит. Сегодня вообще все завалило. Это уже почищено. Колесо делал вчера. То есть камеру поставил. Снял колесо, ну видели. Камеру достал. Поехал в магазин. В магазине 5500. 4500, 5500, то есть 5000 можно найти камеру. Блять, передняя, как будто подспустившая. Ладно, приеду, подкачаю. Нашли дырку. Поставил заплатку одну. 200 рублей ремонт. Собрал и все. Сейчас поеду дальше чистить. Будет что? Значит, покажу, не будет, значит. Так, кстати, рулевая выровняла, все работает нормально. Не знаю, что это было, может, это масло чего. Ну еще деревню не вычислил, еще шурпового паря это, кутилово, блядь, еще до хрена. Может, все 10-11 приеду. Так. Где-то 6 часов. Не знаю, будет видно, не будет. Но вот так вот это происходит. Вот столько примерно снега у нас. И он все еще идет. Так, но у нас опять метель. Всем привет. Это второй день уже будет. То есть Некрасово, Шульгино, Порядино, Курково. О! О! Вычистили вчера. А сегодня поеду Путилово, Шалайково. Ну вот у меня перебрал, в прошлый раз крышку купил. Более-менее
пока не все нормально. Там, по-моему, все нормально. Ну, посмотрим, ладно. Сейчас поеду. Может, что-то доснимаю, покажу. Посмотрим, что за день будет. Воскресенье разбирать не буду, но у нас снова, правда, небольшая проблемка. Я решил так, что их лучше не с
скопить всех. Так, ну, это хвостовик. Он стал бросать масло. То есть надо снять и поменять там сальник, может, подшипник. Ну, сейчас по каталогу посмотрю, что там, какое там и почему-то. И шланг, не пойму, откуда кидает. Сейчас подтяну его, попробую передок. Все нормально, вроде как греется чуть-чуть, но так-то холодный. Ну вот, видно, что с него снег течет. Может, пластину еще подложить. Так, ну ладно, это я посмотрю сейчас.